Этот сбор и предыдущий в другом австрийском местечке проходят в хорошей атмосфере. Это важно для нас. Не хочу сказать, что в прошлом году атмосфера в команде была неважной, но именно в этот раз я чувствую компонент единства. И все это чувствуют. Это главное, что отличает этот сбор. В остальном обычный тренировочный процесс. Готовимся. Я думаю, что каждый из нас сделал выводы по прошлому сезону. Осталось хорошее впечатление от Лиги Европы, и было ощущение, что могли и дальше пройти. В чемпионате могли зацепиться за третье место, но потеряли очки там, где должны были выигрывать. Надо учесть все это в следующем сезоне. В команду пришли хорошие ребята. Влад Кулик, Инал Гитигежев. Классные игроки. Это плюс для коллектива, для команды. Мы приняли их как своих, и мы еще ждем новых ребят. Где играть, в центре защиты или на фланге, мне все равно. Просто к центру я больше привык. Играю там чаще. Мы и сами понимаем, что от нашей команды многого ждут. Ждут больших успехов. Каждый из нас это знает. И мы работаем, готовимся. Мы правда хотим оправдать эти ожидания болельщиков.